Всем привет, вы на канале «Мы из Эстонии». С вами Алан. Равгеймс. Равгеймс? Или ты просто Алан? Равгеймс. Алан Равгеймс не хочет больше заниматься YouTube своим каналом. Да, он, ему лень снять видео. Он только вставляет рекламу в мое видео. Всячески пытается выкрикнуть свой канал. Но я всегда стираю. Не допускаю, чтобы просочилась никакая реклама. Так что, Алла Врав Геймс. Мы из Эстонии. Ты же из Эстонии. Как ты можешь себя из Эстонии? Из Эстонии. О! Алла Врав Геймс. О! В Эстонии снова пришла зима. Вернулась. В Нарве пришла, а в Нарву нет. Да. Вся дорога ледяная. На улице минус 15 градусов. Плюс 14,5. Да, ну какая разница. Эстония готовится к крещенским морозам. Крещенским морозам. Да, Эстония готова к крещенским морозам. Мы сегодня вышли из теплого дома для того, чтобы поехать в Ухлоярви на автосвалку, на авторазборку. Купить кое-какие деталюшки для нашего Citroёn Jumper, чтобы летом снова на нем поехать путешествовать. Приехали на свалку. Я дал работникам свалки длинный список запчастей. Они почесали затылки и сказали: приедьте попозже. Так что мы решили поехать в гости в это время, пока они нам собирают деталюшки. Вот, поехали в Сомпа к Тане попить чай. Ну, заодно посидим, поболтаем, пока там работники снимают все эти детали с других машин. Взяли тортик с собой. Да, взяли, купили сейчас с Максими тортик, пряники и поехали в Сомпа. Сомпа. Так что вот, едем в гости. Ой, скоро поедем на свалку, может быть, что-нибудь сниму. Покажу железки, которые мы купили и почем мы купили. Да? Это я газую. Дорога скользкая. Ну а я что сделаю, если такая дорога у нас в Эстонии? Скоро приедем в гости, посмотрим щеночка у Тани. Это мне надо. Кусить хочет камеру. Мы продолжаем ехать. Мы уже второй раз сегодня приехали на свалку, на автомобильную. Свалка выглядит вот так. Не знаю, видно будет, нет? Посмотрим на камеру, уберем. Все лишнее. Там стоят микроавтобусы. Здесь вот по полочкам разложены уже легковые машины и бампера. А там стоит машина какая-то, дымится, видишь? Работает. Здесь вход у них. Так ты рядом вставай. Какая зима пришла в Эстонии. Все машины замерзшие, да, едут. Дорога вся замерзшая. Съездили мы на свалку. Детали не все оказались в наличии. Колеса они вообще продавать не захотели. По отдельности сказали, только бери комплектом. Вот чего они еще нам не продали? Резинку сами снимали. Да, резинку с двери пришлось самому снимать, потому что им неохота. И зеркал целых тоже не было. Купил сломанное, но из двух одно соберем, будет у нас снова целое зеркало. Чего еще не было?
серебристая. Да, крыла не оказалось, только серого цвета. А у нас машина белая, я красить не хочу. Просто хотел переставить крыло. И все. В тот день, когда мы ездили на свалку, уже было темно, и снять видео не было возможным. Из-за того, что было темно. Вот, я сейчас показываю все, что нам удалось найти на свалке. Купить. Я купил сломанное зеркало. Снял с него крышку, заклеил его, покрасил. Вот, и буду собирать из нескольких зеркал одно. Это поворотник отсюда. Вот, купил стартер. Купил резинку на дверь. На заднюю дверь. Вот такая резиночка. Вот. И купил бампер. Кусок бампера переднего. Вот, значит... Бампер обошелся 35 евро, зеркало 20 евро сломанное, стартер 80 евро, и резинка обошлась 5 евро. Крыла нужного нам цвета на авторазборке не оказалось, было только серого цвета, и диск колесный они не захотели продавать, потому что они продают только комплектами, поштучно они отказались продавать. Всем привет, сегодня мы будем менять стартер. А стартер меняется, все очень просто, надо разобрать морду маленько. Откручиваем 4 вот таких вот болта, снимаем накладку. Накладка снизу крепится защелками, их аккуратненько надо вытаскивать. Но у меня они уже все почти сломаны, так что вытаскивать не надо. Потом откручиваем вот здесь все эти болты по кругу и снимаем эту пластиковую обрешетку.